период введения режима самоизоляции в Рязани сотрудники регионального управления Росгвардии совместно с волонтерами оказывают помощь в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям, которые с установленными предписаниями вынуждены оставаться дома. Ежедневно росгвардейцы совместно с участниками волонтерского движения совершают по несколько выездов по городу. Среди тех, к кому они приходят, не только пенсионеры, но и рязанцы, которым по медицинским показаниям следует ограничить посещение общественных мест. Это волонтеры, можете открыть, пожалуйста? Здравствуйте. Сотрудники Росгвардии приносят горожанам лекарства, продукты питания и свежую прессу в точном соответствии со списком. Для этого в целях безопасности у каждого заказа существует специальный номерной код. Дмитрий Анатольевич, да. Добрый день, это вот лекарств подвезли. Да, конечно. 106-833. Дмитрий Руденченко поблагодарил участников волонтерского движения за активное содействие в оказании помощи сотрудникам Росгвардии во время обходов по городу к нуждающимся жителям. Сейчас все люди сплотились в борьбе с инфекцией, и мы не можем остаться в стороне. Хотим помочь рязанцам. Спасибо рязанским волонтерам, что оказали нам доверие. Мы понимаем, как важно людям оставаться дома в эти дни. Поэтому выделили сотрудников, которые доставляют им продукты и медикаменты. Дорогие рязанцы, берегите себя. В течение дня росгвардейцам и волонтерам приходится обойти по несколько десятков квартир. Работа не из легких, но в период режима самоизоляции это необходимая мера, а для некоторых горожан неоценимая помощь.